Наше занятие посвящено празднику 8 июля, Дню семьи, любви и верности. Для этого я решила сделать открытку поздравительную. Для работы нам понадобится вот такой картон цветной. Я скачала поздравление, картинку Петра и Февронии. Нам понадобится клей. Клеевой пистолет, немножко бисера, немножко пшена, белая бумага А4 для ромашек и зеленая гофрированная бумажка. Бумага для лепестков, для листочков и лепестков. Итак, начнем. Для начала мы пополам согнули картон. Сейчас берем поздравление. Смазываем клеем и приклеиваем на правую сторону нашей открытки. Вот так. Приклеили. Сейчас возьмем картинку Петра и Февронии и приклеиваем ее на левую сторону нашего картона. Чтобы они у нас вместе не склеились, я подложу аккуратно сюда листочек бумаги. А сейчас начнем оформлять вот эту сторону открытки. Для этого мы сделаем ромашки. Берем четырехугольничек, где-то 5 на 5. Складываем его треугольничками. Помельче, помельче. Можно вот так помельче. И вырезаем лепестки ромашки. Кругленькие. Закругляем. Так. Открываем. Вот получились у нас такие лепесточки. Мы их подрежем, чтобы они были у нас покрасивее. Так. Сделаем ее объемной. Согнем лепесточки. Сейчас мы ее приклеим на эту сторону. Берем клеевой пистолет и приклеиваем ромашечку. Раз. Я приготовила их 3. Третью. Пока у меня тут клей не застыл, сейчас сделаем серединочки. Горячий клей и насыпаем сюда немножко пшена. Такая у нас будет серединочка, центр ромашки. Так. А эти две я решила сделать с бисером. Насыпем бисер. Пусть они будут немножко разные. Вот так. И эту.
А сейчас стебелек приклеим. Приклеим вот отсюда стебелечек. Вот один я уже сделала, сейчас еще я один вырежу листочек. Берем зеленую бумагу гофрированную и вырезаем листочек. Делаем на них зарубки. Так. Так. Такой лепесточек получился у нас. Тоже сделаем его объемным немножко и приклеим. Сюда. И один сюда. Сюда. Так, теперь это надо стряхнуть лишнее. Вот, ну, у нас вот тут осталось столько. Середочки красиво, лишнее поубираем. Так. Вот получилась у нас такая открытка. Вот в середине что, а это сверху. Тут клей, конечно, сейчас уберем его. С днем семьи! С днем семьи желаю птице мира поселиться в ваших небесах, чтобы была уютная квартира, дом, чтоб наполняла доброта, чтоб детский смех носился живо, отражаясь искорками звезд, и здоровье наполняло жилы, озаряя счастьем вашу кровь, чтоб друзья вас часто навещали, чтобы дружба крепкою была. Пусть бегут навеки все печали, пусть играет музыка в сердцах. С днем семьи, любви и верности!